во сколько? Сказал сейчас. Серёжа, пришли, когда второй раз. Инвалидность есть? Второй. В улице? Казацкая. 4. Так, сейчас. Номер телефона. На 25 человек приедет. На 25 человек. Ну, сейчас с утра, сегодня тихо. Спасибо. Дали ночь более-менее поспать. Там кто-то побуянил трохи ночью. Взрывы были. Ну, потом успокоилось все. Вот, я же сказала тебе. А так, ждем после обеда обычно обстрелы, после обеда вечером. Так, ничего, живем, водички сегодня, спасибо, дали побольше. Так что, ну, все так. А ты на чем, Вера? Ну что, малой? Господи, как же это некрасиво я буду выглядеть. Я даже умирать буду и скажу, чтоб губы накрасили мне, а вы так... Давайте быстрее, приду на женщину. Часовья разжитый город, так як і Бахмут. Нікому ніхто не нужен. Только б'ють нас. А наш Донбас вообще нікому не нужен. Ну, дурак не боится, конечно. Любой человек боится, каждому страшно. Но мы держимся, мы на позитивчике. Все нормально. Во-первых, мы слышим уже сразу, когда идет выход, когда летит, сразу все в подвалы. Мы это все слышим. В подвале тоже очень слишком, ну, слышимость большая. Мы уже слышим, откуда, куда. Ну, научились определять это все. Уже слышно, и слышно, дальше полетело, ближе полетело. Кто в подвал, кто куда, ну, у кого какое укрытие. Mm-hmm.